нам встань на период, на период всего карантина. Как побороть его, уже известно нам. Останься дома в помощь докторам. Такой ролик в поддержку врачей выложили в соцсети представители сообщества «Автохимки». Сотня машин выстраивается в рисунок сердца и надпись «Спасибо медикам». Это выражение нашей поддержки всем, кто сейчас находится на передовой борьбы с пандемией, подвергая риску свое здоровье. Водителям, врачам, медсестрам и многим другим. Всем тем, кто прямо сейчас спасает жизни, пока вы смотрите этот ролик. Этим роликом мы хотели не только поддержать тех, кто борется с COVID-19, но и напомнить о важности рекомендуемых мер, о соблюдении правил гигиены, об ответственном отношении к своему здоровью, о том, как важно сейчас оставаться дома. Главными героями этого видео стали игрушечные машинки, расставленные заранее по подготовленной схеме. Для автохимок такие акции уже не в новинку. Автомобилисты уже поздравляли жителей, используя настоящие машины с 23 февраля и 8 марта.